Всех приветствую, хотел вам в самом начале показать вот этого вот красавца синего. Ох, какой хорошенький паровоз. Это мы заменили именно его на ветке, которая у нас идет между Черниговом и Харьковом. Соответственно, он курсирует. Все это мы сделали на стриме, соответственно. Сейчас я немножко пробегусь, расскажу, что вообще было на стриме. Смотрите, у нас тут, он, кстати, именной машинист Тимур. У нас его водит и, соответственно, видите, у нас именная веточка идет. Derail Wheelman. То есть у нас были такие захват всех линий, захват всего, потому что городишки почти все разобрали, но все-таки что-то осталось. Смотрите, что еще сделали. Сделали, короче, мы на стриме вот тут вот линию. Теперь у нас межгород ходит город. Внутренние перевозки, значит, в Харькове пассажиров. Внутренние перевозки в Алмате пассажиров. Внутренние перевозки в Чернигове пассажиров. И внутреннюю перевозочку, соответственно, в Кирове. Кроме этого, заменили транспорт. Сейчас покажу, на какой. Он чуть-чуть стал более скоростней. Он теперь ездит, сколько там у нас получается, 40 километров? Что-то около 40, да, 40 километров в час ездит. Доставочка у нас теперь, продовольствие в город Киров происходит намного быстрее. И на ветке у нас есть именной. Сейчас покажу название транспортного средства и самый верх, если поднять, видите, водитель Д. Василий. Вот он, именной наш транспортное средство. Все это происходило, соответственно, на стриме. Если хотите посмотреть запись, запись есть на канале, посмотрите, если что. Что мы будем делать сегодня? Как я говорил в предыдущей серии, денежку мы нафармили. Теперь ее достаточно, чтобы провести железнодорожную веточку, чтобы запустить сталелитейный завод. Этим мы сейчас и будем заниматься. Кроме того, мы там немноженько экономику подкорректировали. У нас сейчас все линии идут в плюс. Очень хороший плюс. У нас прибыль выходит до миллиона. Вот миллион, если не тратить, 1 300 000 у нас выходит. Ну, бывает 800 тысяч в соответствии того, сколько все-таки потратили за год. Видите, 600 тысяч потратили, плюс 104 тысячи. То есть, по сути, мы сможем быстро развить железнодорожную сеть. Поехали сейчас налаживать именно грузовую ветку железнодорожную и по ней запустим транспортное средство. Начнем вот с этой точки. Погнали. Перед тем, как продолжить дальше строительство ветки, хотел бы, чтобы вы обратили внимание на вот эти вот комментарии. Вот эти вот, видите? Это мэры городов, которые находятся у нас на карте. Теперь смотрите, такой небольшой интерактивчик, который хотел бы я вам предложить. Желающих заполучить город намного больше, чем города именно на карте, городков на карте. Чернигов, то есть город Харьков, Минск, Киров и Алматы можно в принципе забрать. Если вот эти вот именно мэры не отметятся в комментариях, у вас есть полная возможность этот город забрать. Кроме Вараш. Вараш город выкупили за донат на стриме, можно сказать, за 5000 рублей. Так что если вы перебьете донат, тогда я его только переименую. Так что у него неприкосновенность и развитие уникальное будет. Смотрите, что вам нужно сделать. Если вдруг не отметится мэр города, вы пишете «мэр города не отметился в комментариях» и, соответственно, пишите «переименуй, пожалуйста, город в такой-то». Если ваш комментарий соберет больше всего лайков, я это, соответственно, беру и делаю. Если все-таки мэр отметился и вам все равно хочется, допустим, забрать вот этот вот город Киров, ты ему пишешь следующее сообщение. «Я хочу забрать твой город и переименовать в такой-то». И просишь поддержки, чтобы тебя поддержала аудитория, которая читает именно комментарии. И если по лайкам перебьет твой комментарий больше, чем комментарий именно мэра, опять же, я переименую. Вот такой вот небольшой интерактивчик я предлагаю вам именно
комментариях. Если вам понравится, то у нас выйдет в комментариях мега такой батл. Может, я даже вас поддержу. Ну, а теперь дальше продолжим прокладывать веточку. Кстати, спасибо вам за прям большое количество лайков. Вы просто красавчики и молодцы. Все, поехали дальше строить ветку. Железнодорожные ветки готовы, пора прокладывать линию пути и запускать локомотив. Так, менеджер линий, поехали. Первая остановочка у нас будет загрузка с железной рудой. Далее ты едешь на выгрузку этой руды, далее едешь на выгрузку, соответственно, стали и потом загружаешься именно машинами, так как они называются, и выгружаешь их. Тут. Задача ясна? Ясна. Линию потом назову, ничего страшного. Теперь, давай-ка начнем с этой точки. Сейчас сразу поставлю депо, подстроить, где наше депо находится. И мы сейчас на этом нашем драндулетике прокатимся. Паровозе драндулете есть. Отлично. Заходим в депо, купить транспортное средство. И смотрим, что у нас на данный момент есть. Сейчас немножко скорость сбавлю. 6 миллионов у нас есть. Вот этот у нас ездит. 900 года. Разбилась легендарный машинист Кейн. О, тут даже описывает этот. Я хочу запустить вот этот. Но он в год кушает 432 тысячи. В принципе, если смотреть именно по нашим доходам, мы его вытащим, 800 тысяч, да, но нужно его учитывать плюс то, что у нас еще будут ездить именно вагоны, сколько они будут именно забирать. Ну, но как-нибудь займ отдать, то вот эти 100 тысяч, они как-то бы нам решают. Хорошо, давай рискнем. Если он все-таки сильно нас вниз просадит, то мы его уберем, потому что мне сейчас важна скорость 100 км в час. Там у нас путь на 100 км, так что нужно его брать. Атлантика. Так, значит, добавить. Берем теперь груз. Первый груз ты у нас будешь загружать именно руду. Где у нас руда? Где у нас руда? Во, руда. Сколько ты будешь загружать? Вот это вот вопрос. Если что, давай мы тебе пока ставим 2 вагона. Уже 4 миллиона сожрется 2 вагона. Давай один тогда вагончик поставим. 14 вместимость. Ладно, хорошо, 2 вагона. Потом ты будешь забирать, соответственно... Ага, тут у нас открытый вагон получается на машинке. То есть у нас 3 разнообразных будет вагона. Хорошо... 12, 14. Давай попробуем. Тут у нас будет забираться сталь потом. То есть стальку мы будем забирать и везти. 2 вагона стали. И потом, после того, как заберется сталь, нам нужно будет забрать вот эти вот машины. Давай, 2 вагона машин. 5 миллионов выходит локомотив. Одуреть. Ну, покупаем. Смотрите, покупаем. Теперь нужно сделать маленькую манипуляцию вот в этом городе. Какую? Я здесь поставил станцию, и возле станции вот такой вот поставил хабик, потому что станция захватывает не все предприятия, которые нуждаются именно в вот этих вот детальках. То есть сейчас я тут быстренько сделаю развоз, и тогда мы уже запустим, соответственно, Атлантик. Что мы будем делать? Смотрите, вот эта вот остановочка у нас, в принципе, достает. Все, что нам нужно сейчас на данный момент сделать, это вот так вот новый маршрут. И запустить. Все. Этого будет достаточно. На линию берем и выпускаем транспортное средство, которое у нас будет это все дело перевозить. Весь груз. Я думаю, одного пока... Ладно, два давай возьмем. Двух будет достаточно. Линия номер 12. Все, отлично, пускай выезжает. Теперь выпускаем наш Атлантис и, соответственно, проедемся на нем. Ох, я думаю, красивый-то какой он будет.
Так, все, выпустили. Стараясь вам прям все детали показать развитие, в этой серии я хочу еще пассажирочку, именно, чтобы запустить. Ну, чтобы запустить пассажирочку, нам нужно знать, чтобы вот этот вот именно локомотив хорошо работал. Ох, какой же ты красивая. Офигеть. Ну все, поехали. Путь у него длинный. Ждем его в этой точке, посмотрим, сколько он будет приносить прибыли. Сейчас немного внесем именно корректировочку в этот локомотив, потому что он работает не так, как нужно. И тут во время записи прилетел донат, доброжелатель. Я просто... Спасибо тебе большое. Доброжелатель, 150. Сколько часов будет стрим 27-го? Во сколько часов будет стрим? Забыл спросить. 27-го числа... Для тех, кто не знает, 27 января у меня день рождения, приглашаю всех вас на стрим. Будет такой небольшой марафончик. Начало стрима будет в 18:00 по московскому времени. И будет там следующее. Будет, значит, там 4 игры, которые мы будем отводить каждую, на каждую по часику. Соответственно, обсуждать ее в Transport Fever 2. Соответственно, вы сможете захватывать какие-то линии, если захотите. Я в чате увижу, если кому-то нужно какое-то транспортное средство, соответственно, называть. Какие будут игры? Transport Fever, Transport Fever 2, Советская Республика, Workouts Совет Republic и машинки. Вот эти вот 4 игры будут 27 числа. Продолжительность стрима будет сколько у нас? 4 часа по часу на каждую игру. Я думаю, будет весело. Доброжелатель, спасибо тебе большое. Доброжелатель, кстати, вот этот его город, он его выкупил, Вараж. И я сегодня попытаюсь, но это не точно, провести сюда железнодорожную ветку, которая у нас будет перевозить пассажиров. А теперь давайте откорректируем. Спасибо тебе большое, доброжелатель. Надеюсь, максимально быстро тебе ответил, потому что ты прислал, в принципе, почти ночью донат. Не спишь? Офигеть. Просто жесть. Смотрите, он едет со скоростью 50 км в час. Это означает, что какой-то из вагонов его тормозит. У него просто максимальная скорость 100 км в час. Кто же тебя тормозит? Давай мы тебя посмотрим и отредактируем. Потом сейчас пойдем на завод, где у нас производится именно железная руда, и там еще посмотрим. У нас стоит этот вагон, он едет 90. Понял. Потом у нас верхний стоит. Ага, вот ты тормозишь, да? Ты 50 едешь. А вот этот вот вагон сколько едет? 90. Значит, мне нужно вот этот поменять вагончик. Верхний вагон поменять. Хорошо, давай, значит, берем. Этот убираем. И ставим нижний вагон. Так. А он 80 едет. А нету больше 80. Вот, 90. Вот, этот 90. 14 вместимость, а здесь 12. Значит, нам нужно вот этот купить. Лесовоз и еще плюс перевозит этот. Сталь, так как нам и нужно. Купить. Миллион нужно. Ну давай займем. Ой, вернуть нажал. Занять. На паузу. Теперь тебя. Во, купить. Кстати, я думал, прям сильно в минус топить будет. А он, оказывается, еще и не особо в минус топит. Теперь, сейчас мы ничего, в принципе, не можем сделать. Я могу только вам сейчас устроить по линии покатушки. И мы еще плюс посмотрим, какие у нас будут плюса. По возможности, попытаясь, конечно, вернуть то, что занял. Это 500 тысяч я только занял. Серьезно? Я думал, я там лямчик занял. Ладно, 500 тысяч, так 500 тысяч. Все, поехали потихоньку. Сейчас нам нужно где-то сделать, ну, ходки 2-3. Туда-сюда, чтобы у нас была прибыль. И добавить еще именно вагонов. Погнали.
Как видите, мы стоим на месте. То есть наша прибыль плюс-минус... Ну, вообще 320 у нас тысяч прибыли. Мы просто закрыли сейчас минус свой. Ну, ладно. Допустим, хорошо. Но я вижу проблемы на вот этой вот ветке. Сейчас мы их будем понемногу решать. Я возьму кредит. Все равно мы быстро заработаем. И я потихонечку тот кредит, который взял, я его отдам. Давайте теперь смотреть... правде в лицо, что нам нужно сделать. Сначала я хочу посмотреть, с какой именно скоростью он ездит. Так, 15 минут. Два локомотива нужно на эту ветку, то есть двухпутка тут обязательно. То есть если он до крайней точки едет, это или последнюю станцию убирать. 15 минут слишком долго. Слишком долго, 15 минут. А он и не ускорится. У него, получается, на максималочке ездит. Хорошо, давайте. В будущем, значит, здесь будет два локомотива, двухпутка. Все, это мы решили. Теперь, пока он едет, нам нужно сейчас пойти на залежи железной руды и посмотреть, сколько нам выдает именно. 400 он выдает, я понял. Ну, везде стандартно по 400 выдает. Сколько ты принимаешь, поставщик? 400. То есть ты 400 именно и принимаешь. Сколько ты можешь принять, скажи мне? Пока ты можешь принять всего лишь 13, и на 100% это тебе отвозят. То есть, чтобы нам сейчас выйти в плюс, нам нужно купить на вот этот вот локомотив именно вагоны, которые будут перевозить руду в количестве 400. 400. На данный момент это 28. Ух, ё-моё, сколько это нужно именно... Так, хорошо. Не падаем пока духом. Давай открываем и смотрим, сколько это вообще будет. 740 тысяч стоит. 740 тысяч. Офигеть. Ну, допустим, хорошо. Сейчас я пока на паузу нажму. Там вроде бы я засекал, смотрел. Получается, за вот эти два вагона я получаю 1 миллион. Вот, то есть 500 тысяч. То есть за 4 вагона я буду получать 1 миллион. То есть при всем желании я смогу отдать очень быстро. Значит, давай берем пока денежку. Ой, занять. Давай максимально займем, насколько это возможно. Так. Похардкорничаем, давай. В самом начале. 20 миллионов я могу максимально занять. 30 у нас получается всего. И в минус мы должны будем по процентам займам на 300 тысяч уходить. Хорошо, теперь берем и превращаем эту каракатицу в длинную. У нас, значит, один вагон 14, 10 вагонов 140. Ох, ёшкин ты матрёшкин, 10 вагонов 140. О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 вагонов 140. Давай, берем. Теперь, давай еще смотрим, значит... Все равно 90 еще скорость непосредственно. И еще берем 10 вагонов. Я просто думаю, на платформу он влезет или нет. Сейчас будет такая длинная каракатица. 1, 2. Почему тут нельзя число поставить? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть 20 вагонов. Сколько у тебя получается? Ты едешь 90. Вместимость 336. Это у нас 20 вагонов потребляют 280. Ну давай пока 20 вагонов, 280. И вот это вот все я сейчас отдаю. Так, вернуть. Отлично. И сейчас мы на ускоре проедемся. Ё-моё, посмотри, какой он длинный стал. Офигеть. Сейчас мы на ускоре проедемся, и на станции, где будем выгружать руду, я остановлюсь, мы посмотрим, сколько мы прибыли возьмем, для понимания, как мы будем отдавать все это дело. Погнали.
Вот он, момент истинный. Подъезжаем мы к станции. Сейчас посмотрим. Кстати, тяжко едет, тяжко, но все-таки тянет. Не хватает ему мощности на такой длинный локомотив. Так. Так, у нас сейчас на счету минус 2 миллиона. Ну. Ты хоть на платформу все станешь? Такой большой. Такой большой. И сколько? Сколько? Плюс 5 миллионов! Плюс 5 лямов! Бинго! Ху-ху! Я все правильно просчитал. Но если при таком развитии, что я вам могу сказать? Мы можем именно к 1950 году просто нереальную именно железнодорожную сеть сделать. Ля, плюс 5 лямов! Знаете, что теперь нужно сделать? Нужно сейчас пройтись по всем именно производственным цепям, которые снабжает именно вот это вот предприятие, все вот эти предприятия, настроить их, вывести в идеал и просто получать изюминку прибыль. Все, что я сейчас хочу сделать, это просто вернуть эти 3 миллиона, чтобы у меня как можно меньше был процент по займу. То есть в следующий раз, когда он приедет, соответственно, у нас тут будет как можно меньше. Все это я, конечно, буду показывать вам на видео, никаких там не будет было става, вот эти вот все прибыли, блин, 5 лямов, мы уже на четвертой серии с локомотива выходим на 5 миллионов. Это получается нормально стабилизировать вот этот вот прибыль здесь, а запустить локомотив еще один и все. Придется, наверное, все-таки локомотивы разделить, один локомотив полностью будет отвечать за доставочку железной руды. Какой же он большой. А второй локомотив уже будет, наверное, тут по местному ездить. Типа как маневровый. Это лучше всего будет. Надеюсь, вам понравилось. Я, конечно, хотел побольше построить. Но вот, как видите, не получается. Приходится немножко ждать, пока он проедется туда. Пока он проедется сюда. Ну, все работает. Все, что я просчитываю, срабатывает очень быстро. Прибыль получаем круто, хорошо. Надеюсь, вам это нравится. Увидимся в следующей серии. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.